Всем привет, ребята! А перед просмотром я хотел бы вам напомнить то, что если на этой серии наберем 150 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня, вечером, в 7 часов по Москве. Я действительно вам благодарен за то, что вы ставите лайки, за то, что вы комментируете. Я отдельно каждому благодарен и благодарен за то, что вы принимаете участие в обсуждении нового видео. Но лишний лайк, как говорится, не помешает. И за это вам действительно, ребята, еще отдельная благодарность. Поэтому ставьте лайки, если набираем нужное количество, то новая серия выйдет еще сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Ребята, сейчас мы дальше пойдем, точнее продолжим прокачивать нашу команду. Сразу же мы, ребята, пойдем на остров. Я не знаю, что сейчас ночь или день, поэтому я, если честно, не знаю, стоит ли нам идти на Бишарпов. Потому что как раз дождь начался, я, ребята, вообще не в курсе, идти или не идти. А, нет, смотрите, как я заметил, вот эти блоки из земли уже давным-давно пропали, но я не знаю, тогда почему тогда они пропали давно, то есть, как я уже объяснял, но фиг его знает, ладно. Ух, лучше. Зараза. Так, ща, ребята, вылечим, убьем босса. Ну да, лучше тогда рапидашем быстренько. Я не знаю, ребят, смотрите, сейчас Голдаку один уровень. Прям 1-1-1. Сколько там их? Вот, сейчас уже прокачаем. Если так смотреть по опыту, то сейчас уже у него будет уровень. Да? Фигня какая-то. Если нам показывает уровень, то уже должно было бы апнуться. Как-то обнулился. Ладно, фигня. Реально какая-то фигня, но, в принципе, ладно. Сейчас, ребята, это парочку тут покемонов, можно и так сказать. Поубивайте, у нас будет уровень. После этого, ребята, мы быстренько прокачаем билдума. К 50-му... Нет, не билдума. Хотя, в принципе, его тоже нужно. Но Тауруса тоже нужно. Ему, в принципе, меньше уровней осталось, чем... Какого билдума? Метанга, точнее. Так, во, Голдак уже 50-й. Отлично, ребята. Так, сейчас, кто у нас идет дальше? Метан. Давайте попробуем убить, если убьем, например, 44-го, то тогда уже можно будет прокачивать. Если не сможем, ну, на водных мы вряд ли сможем. На водных вряд ли, ребята, это, мне кажется, сложно будет. Но... Давайте попробуем, ребята. Вот тут. Я не знаю, ребята, ночь сейчас или нет. Фиг его знает, если честно. Потому что сейчас дождь идет. Но ладно, давайте тогда еще на остров. Телепортами нашими. Тогда давайте, ребята, Тауроса прокачаем. Три уровня ему или сколько там осталось? Кстати ж. Три уровня, да. Тогда, ребят, давайте попробуем, будет ли он тащить. Ну, да, с трех ударов убивает. Ну, ладно, четырех. А, ну, это он еще и хилится. Не, чуть-чуть больше, ну ладно, давайте тогда я Молга, ребята. Как раз у него сейчас, ну, не сейчас, но, в принципе, потом уровень апнется, еще на Раркиде меньше использовал. Давайте еще атаки проверим. Во. Во. Это еще больше наносит. Отлично. Так, тогда давайте вот это, ребята, покачаемся. Она нормально наносит. Поэтому можно, можно. 47,5. За эту серию, ребята, мы уже должны прокачать нашу команду. Постараться хотя бы. Ну, Тауроса, я думаю, мы прокачаем. А вот Метанга вряд ли, конечно, но... Ну, ладно, посмотрим, ребята. Вообще, кого мы прокачаем, как мы прокачаем и сколько там еще уровней останется. Ух, этот дождь никак не прекратится. Так. Так, ладно, давайте дальше. О, пиролигатор. Этих тоже нужно поубивать. Ну, хотя давайте сначала Фералигатора. 42-й... Ух, нет, это долго будет, поэтому давайте Молги. Вот так. Ой. Вот так, отлично.
Дальше, ребята, продолжаем. 40... О, уже 49-й сейчас будет. Ща. Нет? А почему... А, это только 40... начало 48-го. Ну ладно. Дождь, может, ты уже прекратишься, как ты думаешь? Ты очень... Не знаю, ребят, нормально ли меня слышно, потому что... Дождь, можно сказать, очень, очень громко тут, но... Ладно, давайте. Так. Нужно уже его прокачать. Быстренько. 48-й, ребята. В этой серии, если прокачаем, будет нормально. Кто у нас есть еще сводных, да, чтобы взять? Ну... Вроде только... О, с огненных они сводных. Кто там есть? Ну, Нумила мы еще возьмем. Иви это потом, да? Ну... О, та, два босса, нифига себе. Сейчас посмотрим, кто это. Только сначала нужно вас перебить. У этого. Третий, это какой уже? Четвертый или какой там по счету? Но зато мы уже почти 49. Ну, в принципе, Таурус уже почти 49-й. Эх. Вот в этого много. Точно, у нас еще и Старью есть. О, отлично, это нормально. Да и какой? Почему? Во, все, наконец-то. Кто там был, я не видел, но зато я вижу тебя. Так, ну, в том смысле, что там же еще один какой-то босс был. И еще раз. Отлично. Так. Дальше. Быстренько, ребята. Почти 50. И почти. Так. Ребята, что хотел сказать. В описании есть ссылка на то, как установить сборку. Потому что я уже давно объяснял в одном видео. Показывал, как ее установить. Но, видно, люди тогда не видели. Но, в принципе, я добавил в описание ссылку на то видео, где вы, ребята, можете зайти посмотреть... Там, ну, на видео, и там показано, как можно установить сборку для тех, кто, в принципе, не знает, у кого есть какие-то непонятные ситуации с тем, как ее установить, куда-то не заходит, что-то не устанавливается и все такое, то, ребята, зайдите на то видео, и, ну, в принципе, если у вас вообще, знаете, есть такие фигни, которые, есть такие фигни в сборке, да, которые просто что-то там не устанавливается, не открываются и все такое, поэтому люди пишут, что... Я не могу установить, я не могу открыть сборку и все такое. Ну, в принципе, если у вас есть какие-то вопросы, то, ребята, заходите в описании и смотрите на том видео. Вдруг там показано, как решается ваша проблема, и установите так, как нужно, и вдруг исправите. Так, хотя, в принципе, уже 50 уровень, ребята. Я так думаю, давайте-ка мы уже пойдем прокачаем всю нашу команду и возьмем, ребята, сразу же вторую и пойдем дальше прокачивать. Точнее, не дальше, а новую команду, да? Ну что, ребята, первый рапидаш, вот этот... Так. Если там ночь, что я так думаю? Поэтому давайте идем спать, потому что это сдуреть можно, сколько этот... Сколько этот дождь падает. Прекращайся. Да, все, уже нету. Офигеть. Так, вот погодка, да? А, ну, в принципе, все, давайте, ребята. Нет, сначала нужно покушать. И летающих у нас уже, ребята, нету покемонов. Поэтому, в принципе, уже не знаю, будем ли мы летать, потому что нету летающих. Так, рапидаш. Молга, Леовани. Дальше. Какая? 58-50. Так, отлично. Голдак. Шайни. Какой? 56-57-58-59-60. Там. Метанг. Ух, ну метангу 18 раркинди нужно использовать, что, в принципе, много можно сказать. Ну да ладно. О, только сейчас он эволюционирует. Ну, давай, метанг. Давай. Эволюционируй.
Метагросс, да? На тебе много Раркенди уйдет. Потом нам еще нужно опять будет делать где-то стак приблизительно. Даже, может, больше. Вот, Метагросс, ребята. Я не знаю, какую атаку фиг его знает, если честно. У него много всяких нормальных атак. Так, ну ладно, давайте дальше. Еще 15 уровней ему прокачивать. Так, какой он там, я не видел. 56, 57, 58, 59, 60. Отлично. Таурус. А, мы также можем видеть 56, 57, 58, 59, 60. Итак, ребята, все. Еще одна команда наша прокачана. Рапидаш. Молга. Левани. Голдок. Шайни. Метанг. И Таурус. Отлично. Еще одна, ребята, команда прокачанная. Так, это тогда давайте вот так. Дальше. Точнее, идем, выложим вот это все. Так, это сюда. Это. Так, сюда. Это. Это. И вот это. И так. Сюда. Так, вроде все. Сейчас, ребята, берем новую команду. Это какая десятая по счету была? Уф, да, ребята, десятая команда по счету у нас уже. Во, первый ящик заполнен. Второй ящик заполнен. Так, третий ящик, ребята. Сразу же давайте берем Нумела. Только где он? Нумел. Чё-то тебя не очень вижу. Вот, Нумел. Потом... электрический, да? Электрический, кто у нас еще есть? Электрический. Ну, Пласел это я потом поменяю на того, что у нас уже был. Ну, давайте Волторба возьмем, ребята. Потом Травяной, да? А еще... Так. В принципе, да, еще Желтик электрический. Ну, да ладно. И там еще кто-то есть, вроде еще один Чинчоу, или кто это там у нас электрический. Ну... Бум-бум-бум-бум. Так, ща, ребята. Так, Травяной. Травяной. Кого бы взять, ребята? Ну, давайте Кота не возьмем. Потом водный. Водного кого бы взять, ребята? Если честно, я даже не знаю. Водный. Ну, у нас есть там еще Поливак. В другой его эволюции, да? Мы можем его сделать. Кто у нас еще водный есть, ребята? Это Винаут. А, ну, в принципе, так. Ща. Ну, водный, ледяной. Я не знаю, с Фил. Берем. Как думаете, ребята? Что скажете? Потом. Ну, давайте возьмем. Потом. Кто у нас? Летающие. Но то, что, ребята, летающие же у нас уже закончились. Поэтому летающих мы, наверное, заменим на кого-то другого. А, тут у нас есть Краби обычный. Давайте его удалим. Потому что мы нашли Шайни Краби. Летающего, ребята, мы уже вообще никого не сможем взять, кроме легендарных. Но легендарных пока что мы трогать не будем, пускай они там будут. Поэтому, ребята, наверное, летающих мы заменим на кого-то другого, наверное, на еще одного дополнительного. Как думаете? А, ну, в принципе, смотрите, у нас еще Голит есть, он тоже летать сможет. Ну, пускай пока что будет. Потом, дополнительного. Вот кого дополнительного взять, я не знаю. Может, Джинкс? Психически ледяной. Или Джинкс, или, например... Сейчас, ребята, посмотрим. Так. Или Дроузи. Розовенького Дроузи нашего. Пускай будет, мне кажется, Дроузи. Психический, в принципе. Так. Ну, давайте, ребята. Дроузи. Вот такая команда, ребята, у нас. Нумил...
Потом Волторм, Коттонис, Фил, Голет и Дроузи. Отлично. Так, первое, кто у нас? Волторба, да? Поэтому ставим сюда, ставим сюда, ставим сюда. Так. И еще раз. И ставим. Так, давайте сначала вот это все выкинем. Там босс есть, но я не знаю, сможем ли мы его вообще убить. Выкинем. Так. Босс. Ну, сначала давайте. Так. Перед тем, ребята, как пойти куда-то, нам нужно взять вещи на продажу. Нам же нужно что-то продать, чтобы купить себе танки. Только я не знаю, что. А тут у нас... Нет, я думал, там у нас что-то есть. Ну, давайте, смотрите, продадим вот это. Вот это. Да, сейчас уже, ребята, все будем так продавать. Вот это. Нет. Давайте вот это. Потом... Вот это. Пока что, мне кажется, хватит вот этого всего. Но, в принципе, а сколько нам там нужно? Хотя нет, давайте еще возьмем, потому что, ребята, нам же нужно будет, наверное, сразу же сделать вот эти Яракенди. В принципе, тут уже такого ничего нету, что можно толком продать. Тут новые вот эти шмотки есть. Их, в принципе, тоже нужно в продажу будет добавить. И тут, например... Вот, хилболы возьмем. Их много. Поэтому, ребята, пойдем. Нам нужно, ну, где-то 3-4 темки. Так, пойдем, ребята. Быстренько. Нам нужно вот это все быстро сделать. И, ребята, дальше пойти нам прокачиваться. Так. Шапки. Это не можем. Можем. Тут ничего. Так, это не можем. Тут еще быстренько вот это все, ребята, мы продаем. Так, отлично. Вот так. Ух, почти 2 стака. И покеболы, хилболы у нас вот они, да? Отлично. Нифига себе. А вот этого мы не можем продать. Урон. Да, можем, вот. Так. Отлично. Сейчас, что нам нужно? Thunderbolt, Energy Ball, потом Flamethrower, так, Коттони, Волтор, так, Чанумил, Волтор, Коттони, потом Сфил. Сейчас посмотрим. Гост и граунд. Ну, Shadow Ball мы сможем ему изучить. Так. Это тогда нафиг. И вот что я еще думаю, может Earthquake взять потом для кого-то. Я там как раз Джиодуда присмотрел. Думаю, потом возьмем его. Но, в принципе, потом его возьмем. Так, что я хотел для психических, ребята? Я только посмотреть. Может, там есть у нас пару психических? Я просто, ребята, смотрю, какие нормальные. Потому что, если честно, не очень так. Ну, рест это нам не очень нужно. Так. Давайте тогда... Вот. Сайшок. Ну давайте ему тогда. Хотя нет. Сайшок можно добавить. Потом. Кто еще там есть? Сайшок, телекинез. Это нет. Это. Опс. Так, eat me. Ну, в принципе, давайте псайшок, я так думаю, добавим.
Да и все. Джаз. Так, ну это пока что нельзя. Что еще там есть? Dream Eater. Ну, это можно, но это нужно усыплять, поэтому это лишняя работа. Это когда он спит. Ну, давайте, ребята, добавим, я не знаю. Давайте добавим... как его там? Сайдшок. Так, ща. Ща. Тогда 1, 2, 3, 4, 5. Сюда. И вот это вот. Так, это сюда. Вот так. Выключаем. Это что, уже там ночь на улице? Ну, в принципе, подумал на бишарпов. Ну, каких бишарпов? Мы же новую команду взяли, да? Так, сайшок купим. А. Так, вот сюда. Ладно, потопали, ребята. Новая команда. А в этой команде, ребята, мы купили демки для всех покемонов. Офигеть. Так. Изучаем. Потом Волтор. Изучаем. Потом Котони. Котони. Изучаем. Сфил. Так. Потом Голи. А, Голи-то мы уже изучили. И Дроузи. Вот так. А можно ли на... Ща... Да ты ж... Так, во. Можно, но если мы купили Shadow Ball, то, мне кажется, большого смысла нет. Потом лучше на кого-то другого. Так. Ух. Ну, Голи 27 уже. То есть уже более-менее прокачанный. Так, ну давайте, ребят, еще пойдем парочку покемонов убьем. Быстренько на остров. Начнем с Волторба. И на каких-то мелких. Не сразу на больших. Вот, например. Отлично. Ну, 32-й. Давай попробуем. Давайте, ребята, попробуем. Ух. Отлично. Так. Волторб 20-й. Так, быстренько, тогда еще мы вас парочку тут, вот, так, ну такая, ребята, в принципе, более-менее нормальная команда, мне кажется, ее быстро будет очень прокачать, очень быстро, мне так кажется, даже, мне кажется, Галета тут офигенно будет прокачиваться, давайте попробуем. Да, ну, а ну давайте уже попробуем, ребята, его на вот таких больших уровнях шадоуболом. Ну, пока что на таких больших еще, конечно, нет. Ух, не, сразу убегаем, ребята, лучше. Волторба, давайте, ребята, если успеем, сейчас прокачаем Волторба, ну, как минимум. Давайте прокачаем его к 25-му. Так. Мне кажется, как раз нормально будет. Но уже 22-й еще. Так. Вот. Ну, это тут маленький уровень, в принципе. Так, отлично. Эти там дерутся. Давайте дальше, ребята. Парочку еще там уровней мы прокачаем. И, думаю, на этом уже можно будет и закончить. Ну, убей. 35-й. Нужно, конечно, постараться. Да. Зато... Зато Гулет убьет. Отлично. Так. Ну давай, давай, Волторбушка, тебе еще 3 уровня. Так, во, нормально. 23-й. 23-й. Я не знаю, на кого напасть. Ну вот, тут есть парочка. Так, во. Дальше. Быстро. Быстро, быстро, быстро. Давай, Волтор. Еще один уровень, и все. Ух, ну. Этого ты вряд ли убьешь, мне так кажется. Ух, нифига себе. 25-й. Все, ребята. На этом, мне кажется, сейчас нужно закончить. 25-й. Волторб.
Отлично, можно уже, ребята, идти домой. Так. Все. Ребята, давайте на этом закончим. Первая серия за сегодня. Ставьте лайки, не забываем, если наберем 150 лайков, то новая серия еще сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.